будем никакой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Опять? Ну почему всегда такая реакция? Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Всем привет. С вами царь-король. Как обычно. И? Царь-король. И я, его принцесса-королева по имени Пароль. Пароль. Ну, слышал песню такую? Пароли, пароли, пароли. Это уже... Пароли. Это уже заморский вариант. Это про меня. Это заморский вариант, да. В нашем королевстве снова бал. И у нас сегодня заморское блюдо. Дранинги по-нашему. Дранинги. Не по-заморски, а по-нашему. Дранинги. Дранинги вкусные, их едят со сметаной. К ним прилагается сметана. Но в нашем королевстве дранинги кушают с селёдочкой. Вот с такой вкусной, с лучком, свеженькая, малосольненькая. Правда? Прелесть. Мы вот эту дранинги-то впервые едим. Да. Поэтому надо банку-то с сметаной-то открыть. Ну, сейчас. Или мне самому все делать? Ну, давай, я открою. Хоть и не барское это делать, разлей, сами понимаете. Но приходится иногда делать исключение. Не разлей. А вот и у не меня порви. Теперь уже порвалось. Оставь, не так. Нет. Сделай так. Вот как, смотри. Эх. Законтачил. Потому все. Что под рук не говорят. Привычка-то. Законтачил, а? Привычка-то дурная. О, ну вот поглядите. Вот, а. Ничего, свежа. Свежа должна ну, какая? Быть свежа. Ничего. Это, в спам. В корзину со спамом. С делом. Опа. Короче, все. Дранинги мы ни разу не ели. Будем их эти есть. Дранинги. Впервые. Их как, руками или вилками? И только руками, не надо традиций нарушать. Да? Конечно. А я вот... Вилками. Какие вилки? А давай тебе это, говорят, сметаной вкусно. Вот, намажь сметаной. Тебе много что-то положить? Чуть-чуть. Вот так вот, хватит? Ну-ка. Сейчас продемонстрирую. Эх, ты сразу поймешь, разве что там. Ну, я взял-то маленькую, там есть нечего. Ну и как? Прелесть. Что, правда, что ли? Угу. Офигеть. Угу. Я даже не знал, что так вкусно. Че, фу, да? Тебе кто сказал? Хочешь еще с сметанкой? Ну-ка, вот смотрите как. Я не знаю, как правильно. Вот я помазала дранинг сметанкой. Сейчас буду пробовать. Пробуй теперь ты. Угу. Ну и как? Ничего? Ничего? Это как понять? Ничего. Кушать можно. Ничего хорошего или вкусно. Или ничего то, что нормально. Не, ну шеф-повар, что, зря старался-то? Угу. С грибами. С укропчиком, угу. С перчиком. Ну на галеру его ссылать не придется, да? Ну ладно. Смилуемся на сей раз. Да, ну, в принципе, неплохо. Неплохо? А я не разобрал. Я вот первый раз такой ем. Ну-ка еще раз мазни-ка. Дранинг-то. Дранинг. А что его так называют? Да а, откуда это дранинг по-нашему. Еще помажь, еще и помажь. Что? А тебе на один блин надо? Коровы-то все равно пасутся. Полбанки этой только. Сметана. А ничего, правда, да? Я думал, хуже. Оказывается, можно есть. Можно. Дранинг. Ну, правда, это... Ну, не мы, а наш краевский шеф-повар. Через терку не пропускал, а через мясорубку. У нас даже такое чудо техники есть. Вроде ничего получилось, да? Угу. Там малость муки буквально чуть. Укроп, лук. Что еще? Яйцо. И грибы еще жареные. Угу. Во, точно. Чувствуется? Угу. Угу. Ну ничего.
Есть оно всегда можно. Знаешь, их еще дерунами называют. Угу. Деруны. Дерут, что ли, как будто, или как? Не знаю. А как думаешь, почему деруны? Ну? С них, наверное, продерут потом, кое-где. Да нет. Неправильно мыслишь. Неправильно. Ну-ка ты как правильно. А ты вот логически подумай. Освежи-ка память-то. Ну, драники. Значит, они какие? Драные. Да. Угу. Деруны. Значит, их дерут. Как? Ну, как-как? Их же делают на терке. Дерут тем самым. Поэтому называют их деруны. Понятно. Так что вот, что мы знаем. Ну, вот это вот. Пища-то вот морская, вот это все-таки лучше. Несравнимо ни с чем. Мне вроде тоже как хочется. Можно? Или царицам по имени пароли нельзя? Можно. Можно? Ой, смотрите, какие. Чего? Куда лишнего-то? Ну, солененько подтягивать, да? Ага. Ой. Сейчас я покажу, как это вкусно. Кажи, кажи. Ты ешь с этими-то, ешь. Как же, без дранингов-то. Ты так объективно ешь, что мне еще надо. Смотри. Селедочка. Не переборщи. Да не переборщу. Вот. У нас гости были. В нашем королевстве. Только проверка какая-то. Мы так не поняли. Да, сэс. Нет. Они интересовались. Король, есть у тебя какое образование-то или нет? А я говорю, не ученые мы. Этих институтов не кончали. У нас одна школа. Школа жизни. Вот. Да. Но царь-батюшка с образованием у нас. На столяра учился. Да уж. Или ты кто там? Да, столяр вроде. На токарь. А, токарь. Вот, вы где-нибудь такое видели? Царь-батюшка, токарь. Он натокорит любую деталь. Да, просто, да? Угу. А барабан-то у станка-то кто будет? Холопы, вертеть. Угу. Наше электричество тут нету. Ну, у нас старец. Домашнее образование. Всегда в своей родной альма-матер. У нас больше нигде. Так что, оно сейчас и не надо образование-то. Да. Королем-то и так можно стать без образования. А царица тем более. Главное, замуж выгодно выйти-то. За царя. Mm-hmm. И no problem. Правда, смотри, какой царь попадется. Это же другая история. Бывает, такой царь попадется. Хлеще нищеброд. Mm-hmm. Сам бы рад кому на хвоста упасть. Бывает такое. Тебе как, кстати, вот эти с этим-то? Лучше? Это с этими, да. А вот когда вот это с этим и с этим, еще лучше? Да. Не? Селедка сметаны. Подерутся? Думаешь? Не катит. Угу. А у меня катит. У меня все катит. А, все катит. Селедка-то хорошая. А дранинги? Ловили ее, ловили. Да дранинги, это дранинги. Это понятно, это отдельная история. С нашего моря-то? М? С нашего моря-то? Конечно. Или с океана? Нет, океаническая. А, с океана. У царя Салтана. Из Атлантики это. Угу. Черномор ловил. Угу. Ну, самого, правда, выловили. Ну, ничего, жив остался. Угу. Я что-то никак не определюсь, чем мне их лучше лечь, с этой или с этой. Хм. Вот проблема. Я уже сразу определил. Просто торопишься ешь, и я не успеваю за тобой, боюсь, мне не достанется. Вон ты чё. Угу. А ты не торопись.
Торопиться не надо, не надо. Она кабачки что ли напоминает? Как будто. Кабачки? Угу. А что? Ну тут картошка. Я в жизни кабачки не ел. И не хочу. Но это картошка. Угу. Своеобразно что-то такое. Это ведь это в белорусском царстве что ли такое едят-то, да? Да. Это из не очень дальнего зарубежья рецепта зародился. А мы что-то непривычно к этому. Так вот, все постигаем. А в нашем королевстве там же другая еда. Да. Ну вот иногда и такую бывает хочется. Да не то, что хочется, просто попробовать решили. Да. Попробовали, наверное, больше а не вот будем. Ничего. Ничего. Как вот тут менее прижаристые-то. Вроде селёдка хорошая. Всё-таки они... Селёдка плохой не бывает. Да, они со сметаной-то лучше идут, чем с селёдкой. Мне селёдка нравится. Да. Да. А мне что-то не знаю. Что-то я смотрю тебе. Не очень-то. Они по душе, да? Хочешь сказать? Да нет, они по душе. А в чем же дело? Да вот не знаю, что-то не то. Вроде говоришь все... по душе. Вроде все хватает. Лукавишь, значит. По лгу. Не лги, но лгу. Что-то не знаю, как тебе сказать. Как есть, так и говори. Ну ты аккуратней, над чашкой-то. Да я не над твоей. А над чьей? Над своей. А же общая. Это желудок выразил свое мнение. Угу. Эх, смотри-ка, вот так сметаной обмануть можно, как обман зрения. Думаешь, ешь с майонезом, а это сметана. Угу. Это непонятно что. Все-таки сметана их лучше есть, правильно? Не знаю. Мне селёдка неплохо. Вкуснотища. Угу. Что? Но! Господи. Все на смех переводит, а? Ничего не скажи. Так не поступи. Так как же надо-то? Просто ужас. А грибы приятно попадаются. Попадаются? Даже очень. Ладно, попадаются. Ну я туда. Ну не я, то есть, а шеф-повар королевский. Угу. Скидывал туда. Маус. А ух, за ними ходил. Собирал их в лесу, а то, может, он показалось, по пьяни-то. Да там что в подвале выращивают. Ест. Так, на стенах? Угу. А ты-то думал, какие лесные, что ли? Ой. Да. Вообще. Такая фигня. Подделку едим, да? Угу. Что же получается-то? Потому что натурально, натурально. Ага. Сегодня хотели мы на натуральную природу выбраться. Погода подвела. Ну, мы в пределах своего королевства хотели съесть. Карету уже наготове. На природу. Шашлычка пожарить хотели обособленно. От всех, отдельно от всех придворных, от холопов. Да, чтобы никто не сопровождал. Ну, в общем, уединиться хотели, да. И покушать по-хорошему. Ну, погода подвела. Погода подвела. Начался дождь. Короче, вечер сначала был сильный. Мы думаем, там как же мы будем наше все удует. Намочит. Угу. Все испортится. Придется выкидывать. Жалко. А палаты-то нет у нас переносной. Вот. И карета без крыши с открытым верхом. Один только зонт. Угу. А с ним ведь как? Так его ветром выгнет, как поганка. Не спрятаться, не скрыться.
Так что облом у нас. Да. С природой. Но ну ничего. Мы это со счетов не сбрасываем. Угу. Мы караульно смотрим. Будет наш выездной. Шашлычка уж очень захотелось. Можно бы. А знаете, мы его любим. Эхо вкусно сделать, а потом есть и наслаждаться. А вокруг природа. А мы его кушаем с китчунесом. Обалденно. А еще помидорка с сыром на закусь. А вместо хлеба вообще отлично. Прелесть просто. Никаких грибов не надо. Да. Грибы тут уже не все. Слушай, помягче идет со сметаной-то. Помягче прям. Некоторые сами по себе помягче идут лучше, чем которые прижались. А ты вот думаешь, это вот горелки? Это нифига не горелки. А что же? Это грибы. Это грибы. Какие вот эти. Какие грибы? Это грибы, которые жарились там внутри-то. Они зажариваются. Это поджарки на краях. Это на краях. Ну, края все зажарятся. Тебе еще на крае. Неграмотно же я. Ну уж не все же на токарей-то учились, как ты. О, те годы на токаре, как высшее образование считаться. Вообще. Ты считаешь, что начальник? Вот ты начальник, ты выбился. Стал царь, король. Нам еще дом, хозяйство. Доля наша женская такая. Стирай, убирай, подавай, готовь. Встречай, провожай. И все. Не, ты же готовишь-то. Как это не я? Томас говорил плохо. Так я же распоряжение даю. Как же? Все по моему распоряжению. Правильно, считай, что она. Ну, считай, что я. А если я распоряжение не дам, никто ничего не сделал. Так считай, что я. Ты что, доедашь, что ли? Как видишь. Ой. Я, наверное, еще вот эту и все. Кажись, я. Я сейчас тоже доем и все. Наелись. Сласть. Ну, что ты можешь сказать о драниках? Свое мнение. На будущее. Будем еще заказывать, чтобы нам сделали или нет? Ну, думаю, нас ждет интервал насчет них. Годик 2, 3, 5, 10, ну, да? Зачем-то? Хотя бы полгода. Мне кажется, я через полгода их не захочу. Да, я что-то, наверное, не понимаю. Не. По-моему, картошку лучше в виде картофельного пюре или жареной даже. Ну, если честно, то да. А что-то я в таком виде не люблю. Что-то мне не особо. Надо все это запить. Надо запить. Эх, пока что мне. У тебя где он? Да вон. Достанешь? Угу. У тебя какой темный. Из болгарского стекла, что ли? Угу. Тонировано. Я уж смотрю, Сваровский. У колет. Стекла тонируют такой пленкой. Ой. Все падает, летит. Ну, на внимание обращайте. С кем не бывает. Хорошо, пошло. Сейчас все останется запить. Спонсор нашего телевыпуска, он всегда с нами. Советуем, берите, не пожалеете. Натуральные, чистые, вкусные. Все. А вот этот вот, ну, с нашего сада королевского. Да.
Я могу с тобой поухаживать. А вот это самый настоящий домашний вкусный сок. Тебе целый, что ли? Да. Конечно, целый. Тоже половинки наливать. Хорошо, хорошо. Ой-ой, подожди, 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 сейчас прольешь. Сейчас я тебя сопью. Подожди. Угу. Сопью, соплю. Смотри, что делал. Так весь стакан выпьет весь. С этой. Трубочкой. А? Хорошо, остро. Пошло. Ничего. Ну что там, пойдет. Ой, прелесть. Еще что ли попить? Откуда? Оттуда или отсюда? Оттуда можно? Тогда там наш шланг туда вставлять. А можно сделать так. Так. Ну-ка сделай. Так. Ну ты чего там? Дудочка-то не проходит. Ага. Это уже не по-королевски. Так холопы даже не делают. Да, даже пастух и тот не поступает. В нашей Атаре так делают. Ага. Вот ты, значит, из какого племени-то? А ты куда смотрел, когда брал-то? Ой. Глупый еще был. Ой. И лет-то бы мне было мало. Было вкусно, да? Да. Надеемся, что вам понравилось это все вкуснотища. С вами были драники, царь-король и принцесса-пароль. Пароли, пароли, пароли. Пока-пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Пароли, пароли, пароли.